Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. На улице, наверное, очень холодно. Ух ты! Вот это да! Кто же это нарисовал? Мороз. Бабуля, дедуля, вы видели? На моем окне кто-то узоры нарисовал. Такие узоры сейчас на всех окнах. Это значит, на улице мороз. И сегодня лучше долго не гулять, а то замерзнешь. Лунтик, ты куда? Я ненадолго, хочу с Морозом поздороваться. Ой-ой, закрывай скорее дверь, не пускай сюда Мороз. О. А почему его пускать нельзя? Лунтик, дверь! Ага. Он что, такой страшный? Эй, Мороз! Ты здесь? Отзовись! Да, этот Мороз настоящий художник. Интересно, а дядя Шнюк с ним знаком? Ну и холод. Здравствуйте, дядя Шнюк. Можно зайти? Дверь закрой. Не пускай ко мне мороз. Вы что, не любите его? Он ведь такие узоры на окнах рисует. Узор-то я люблю, а вот мороза боюсь. Из-за него и на улицу-то выходить не хочется. Он что, такой страшный? Не знаю, как для остальных, а для меня да. Ты чего хотел-то? Да так, ничего. Неужели из-за того, что мороз страшный, он должен мерзнуть на таком холоде? Наверняка кто-нибудь все-таки пожалел его и пустил в дом погреться. Здравствуйте! У вас тут мороза нет? Мороза нам еще тут не хватало. Да, и так холодно. Извините. Бей! Эй, кто-нибудь! Тебе чего, Лунтик? У вас там нигде мороза нет? К счастью, благодаря льду он нам не страшен. Извините. У вас тут мороза нет? Нет? Кузя! Лунтик! Ты тоже мороза боишься? Еще бы! Значит, и ты его в дом не пускаешь. Лунтик, не гуляй! А то замерзнешь! Бедный Мороз такие узоры рисует, а его все боятся, в дом не хотят пускать. А вдруг он совсем замерзнет? Мороз! Где ты? Ты здесь? Ты замерз? Вылезай скорее! Я не буду тебя бояться! Я попрошу дедулю с бабулей пустить тебя в дом. Лунтик! Наконец-то я тебя нашел. Ты совсем замерз. Быстрее идем домой. Нет, без мороза я никуда не пойду. Ему холодно. Это просто ветер гудит. А мороз – это природное явление. Он сам этот холод делает. Что? Но зачем? Пойдем домой. Дома я тебе все объясню. Оказалось, Морозу лучше, когда его не пускают в дом. Ведь благодаря тому, что зимой на улице холодно, а в домах тепло, он может рисовать на окнах такие чудесные узоры.